Так, ну, ребят, короче, новое задание. Нужно найти Элли. И у нас, между прочим, все это отмечается, конечно же, на карте. И куда нам нужно проследовать, мы с вами примерно представляем. Так. Не хватает 10 очков ветки. А, вот, все, ребят. Управление комплектом. Хотя нет. Чё-то я не понимаю. Не понимаю, почему... Сейчас, секунду. Ну вот, смотрите. Начал водить мышкой и все получается. Так, давайте это сюда. Так, ну и пускай это будет Railgun. Как-то вот так. Представляете, какой прикол? Ну ладно, пускай будет... Пускай хотя бы так. А то иначе мы с вами остались бы без активного навыка. Ой! Так, ну... Короче. Вот здесь есть еще одно задание. Hey, I got an idea. Do the thing I told you to do. Please help me. Железяка потерял антенну из-за своего животного магнетизма. Помогите ему найти подходящие запасные антенны. Recruit, you have to help me. I lost my antenna. Ну, короче, будем искать. Отчего ж не помочь... Железяке. Да все, пойдем. Так, в принципе, нам не обязательно с ними связываться, потому что таким образом мы с вами тратим патроны, а вот тратить патроны я что-то не очень хочу и не очень горю желанием это делать. God Queen Tyrene will drink soup from the skull of the great heretic! Ah! My bad, finger slipped. Oh, howdy! Didn't see you there. Так, поговорить с Элли. Подбегаем. I heard y'all were in the neighborhood. Good to see old Lil found some new blood. I'm Ellie. Hey! What are you staring at, hun? Damn, you're sturdy. It'd take an army to knock you down. Ain't you a heartbreaker? Lil said you was looking for a vehicle. Damn cultist stole all mine. Mind stealing me one back? Then I'll set you up with a catch ride. And thanks for coming by. Hey there, sugar boots. Так, ладно. Нам дали новое задание. Так, в итоге, как мы с вами туда доберемся? А, ну чё, нам, получается, тогда нужно двигать вот сюда. Пойдем. Нам нужно украсть машину и вышвырнуть водителя. Так, ну чё, попробуем? А, давай. Так, понеслась. Да, блин, как-то вот так. Так, между прочим, у них тут какой? 4-й уровень? Ой-ой-ой-ой-ой. 5-й уровень. Нам придется подбирать тогда другие пушки. На. Хорошо, хорошо, отлично. О, да. Так, где пушки? Хватаем пушечку. Заменяем, да. Что-то новенькое. Wheels,
Неплохо, ребят. Нифига себе, что это такое было, блин. Ой. Вот так. Так, что здесь? Проходим. А здесь у нас новая партия. Да подходи, блин. Опа. Прям в воздухе его убил. Шикарно. Вот это мощь, ребят. Такс. Обыщем. Так, бежим сюда. Давай сюда. Вот так. Да блин, как-то выехать надо. Поехали. Отлично. Что, сядет, нет? Ну, садись. Так, ну что, придется помочь. Потому что, по всей видимости, нам потребуется еще одна тачка. Ну что, прыгай. Погнали. Так, ускоряемся. И полетели. Шикарно. Ой-ой-ой. Так, тихо. Аккуратненько заезжаем. Ну вот и все. Так, воспользоваться тачкоматом. Понял. Так, стойте-ка. Сейчас, подожди. А, где у нас какое задание было? Какое-то задание у нас находится вот тут. Вот оно. Ellie got you rolling? He always does. Now, head to the Holy Broadcast Center and find that map. Кое-кого слишком длинный язык. Пора укоротить его пулей. Взяли. Так, на самом деле нужно... Подожди. Поменяться местами. А как? А, вот так. Во. Жесть. Ну да, не совсем то. А, неподходящий момент. Поменялись. Ну ладно. Так, глянь-ка, у нас там какая-то пещерка. Пойдем посмотрим, что у нас тут. Ой-ой-ой. Так. Хватаем. Так, и что можно взять еще? Nice. Oh,
Ой, 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 ой. Так, а что это такое у нас? Емкость 91. Нет. Так, поехали. Едем, едем, едем. Все, погнали. Давайте-ка вот так. Другое дело. Her brother Troy runs the cult's propaganda. P.S. They both suck. Just saying. Так, ну смотрите, у нас есть ракеты. Пулемет. They con the bandits of Pandora with promises of death cars and meat storms and blood saunas. Good stuff, right? I mean, even my clan fell for it. I've never seen the Calypsos myself, but they must be the most terrifying, bloodthirsty psychopaths Pandora's ever seen. I mean, look, my clan only accepted me as a leader after I killed a guy with just my abs. So imagine what it takes to unite all the clans together. You'd need, like, a 20-pack. 18 bare bins. Нифига себе, ребят. Вот это жесть. Обалдеть. Так, что-то он прям какой-то совсем жесткий. Давай, валим, 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 валим этого. Блин, ну он жесткий очень. Да, жара. Офигеть. Все, убили, убили, убили. Вот так тебе. Восьмой уровень? Нифига себе. Они дофига ли, блин? Ставят нам восьмой уровень. Так. Ну, ребят, это означает, что здесь наверняка что-то есть достаточно ценное. Получай, получай. Давай, падай. Сюда. Да получайте, мне не жалко. У меня патронов на всех хватит. Офигенно. Так. Что у нас тут? Боезапас, да? Так, кому там требуется помощь? Да подожди, подожди, подожди. Блин, да откуда они там падают, а? На. Так, урон. Нет, ребят, вот эта пуха у нас очень хороша. Пятый уровень. Так, я думаю, что нам нужно каким-то образом попасть вот туда наверх. Вопрос, как это сделать? Так, может быть... Нет, тут я не долетаю. Так, 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 так. Вот, по всей видимости, как-то вот тут. Тоже нет? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Чё, серьезно? Вот это дичь. Так. Хм. Ну что ж, тогда в таком случае... Over there. В таком случае, ребятки... А, вон, глянь, 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 глянь. Все, я понял. Отпираем. Подбираем. А вот сюда. That. Так, это что у нас? Емкость? Да, вот как-то вот сюда.
Нам следует подняться, и тогда мы с вами сможем вроде бы проникнуть туда. Давай. Отлично. Так, поднимаемся, получается, еще выше. Вот сюда куда-то. Ха-ха. А куда дальше? Да, хороший вопрос. Так, давайте-ка я попробую сюда. Да нет, без толку. Ладно, фиг с ними. Давайте, погнали. Что здесь? Да вроде бы ничего интересного нет. Ну все, готовы. Вперед. Ну-ка. Так, здесь у нас точка возрождения. Так, я так понимаю, можно вызвать транспорт, да? Все, поехали. Как говорится, немного с вами сэкономим время. Ой, это опять ко мне? Так, что там? Ой-ой-ой-ой. Какие страшные звуки. Подожди, а кто здесь? Что-то не понимаю. Где-то здесь у нас показано курьер. Ну ладно. Путь жертвы. Ну что ж, ребят, можем с вами пройти уже, но нам также нужно не забыть про железяку. Поэтому хватаем антенку, подожди. Куда это я, блин, полетел? Все, вот теперь можно, я думаю, что можно нам идти. Так, требуется нам прокачать кое-какие навыки. Рейлган. Так. Пусть будет так. У нас с вами есть еще 2 очка. Вот так вот. В принципе, неплохо. Ну что, понеслась, да? Хороший крит был. Отлично. Но ударил меня нормально, кстати. Видишь, да? Погнали, погнали, погнали. Нифига себе, они дикие.
получаем. Лилипут. Хорош, хорош, хорош. На еще. Погнали. Так, хватаем. Может быть, тут у нас какая-нибудь грена еще будет. Так, 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 так. Иди сюда. Иди сюда. Отлично. Прячемся. Yes. Да, блин, где он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хватаем. Чтоб там ни было. И полетел. Ребят, ну в принципе, классно, идем, да? Давай, вот так, вот так, вот так. О, да. Ой, 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 ой. Надо свалить, надо свалить. Блин, жесть. Так, ну чё, пощехляем. Получайте, получайте, получайте. Блин, нифига себе. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ух ты. Сейчас, подожди, подожди. Мой. Где он? Это он, нет? Так, есть, спасибо. Да ёлки ты палки, а! Офигеть! Вот это да! Фух! Лови! Ну, в общем-то, не так-то и просто, да? Получается. Отлично, отлично, отлично. Так, меняем оружие. И вот теперь получай. Полетело нафиг. Так, пушечки у нас неплохие. Так, где кто еще? Не понимаю. Так, дайте-ка возьму вот это. Опа. Неплохо. Сейчас надо будет нам поменять. Куда, блин? Так, давайте поглядим, что здесь нам можно поменять. Уровень 6. Ну окей. Так. Ладно, подождем. А в итоге-то куда нам двигать-то? Так, в итоге нам нужно двигать вот сюда. А для чего? Подожди. Убить какого-то чувака здесь. Вот. Нам сюда. Так, ну и, наверное, будет не лишним, по правде говоря, посмотреть, обыскать вот здесь все в округе. Так, неплохо, неплохо.
И там, посмотри, еще какие-то ящики. Здесь, помимо всего прочего, еще есть и дополнительные задания. Так, ну что, погнали, погнали, погнали. Так. По следам культа. Забираем деньги. И вперед. Я так понимаю, веселье начинается, да? Ой, ой, что это такое? Что это такое было? Ой-ой-ой. Я даже не успел испугаться. Так, кто-то там ходит, да? Не, возьмем нашу пушку. Иди сюда. Иди сюда. Ой. Получай, получай, и вот так тебе. Да, шикарно. Ой, жара, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добью, 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 добью. Так, между прочим, мы с вами получаем... Ух ты! Сюда. На еще. Вроде неплохо. Деньги, деньги, деньги. Обязательно. Так, какая-то пуха у нас, да? Сейчас надо посмотреть. Урон. Хм. Ну-ка, дайте-ка. Да не, нафиг. Стойте. Так, 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 так. Где была та самая крутая пушка? Давайте вот сюда. Equipped. Будем теперь палить ей. Чё-то я побаиваюсь. Так, пуха. Не, ну можно взять и потом посмотреть. Может быть, пригодится. Сошки. Винтарь. Так, ну что? Что у нас там? Ловить. В принципе, неплохо, ребят. Лови. Так, давайте-ка сделаем проще. Получай, получай, получай. На-на-на-на-на-на-на! Где еще? Так, ну зашибись! Прошли, да? Вот эту часть. Да где еще там? Да кто там еще? Да кто там? Ой. Давай сюда, 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 сюда бежим. Хорош. Пробегаем.
Нифига он. А почему так-то? Он вообще не снимает. А, потому что это у нас безбашенный лилипут. На тогда тебе. Нифига себе, блин, критами бью, а ему хоть бы хны. Так, что за пушка? Давайте попробуем. Попробуем. Ну это опять у нас получается вот такая вот с прицелом. Так, обыщем все. И двинем. Блин, а неплохая. Ух. Прикольно. Вот здесь что-то есть. Здесь, наверняка. Ладно. Ребят, чекпоинт вот в этом месте. Сейчас будет опять у нас звуковой удар. Так, я весь внимание. Так, можно типа закупиться там, но нам не требуется. Стой. Хм. Ну чё, вперед? Блин, стрёмно, конечно, но погнали. А вот и боссик. Так, а что получается? Кто-то бежит еще, что ли? Да, вон они. Красава. Ой, 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 ой. На-на-на-на-на, получай. На, иммунитет. Блин, иммунитет к этим. Это печально. Может быть, можно подбежать и как-нибудь... Не, ударить не получается. Ну, давайте тогда не в него, а вот в этих. Что, в принципе, тоже неплохо было. Ой-ой-ой, убегаем. Так, патронов у нас на самом деле очень много, поэтому я даже не волнуюсь. Здесь самое главное, я так понимаю, критами. А, подожди, у него ж невосприимчивость. Блин, а больно. Блин, да почему иммунитет-то? Ну вот, теперь пошло дело. Шикарно! Осталось совсем немного. Уходим, 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 уходим! Ну почти, 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 ребятки. Ой, это было жестко. Ах ты, блин. Ну ладно, хотел красиво, но немножко не срослось. Так, что у нас тут? Вот это, конечно, мы с вами возьмем. Это тоже возьмем. А здесь у нас карта хранилищ. Забрали. Прикольно. Didn't know you were such a super fan. Well, you missed the show. Oh, right. But you're all like, what's up with those husks? Well, it's a thing I do. Check out the screens.
place in our family, but they just wanted guns and cash. They betrayed the family. Oh, then Troy said something great. Gods don't negotiate. Gods don't negotiate! I love it! Love it! Like I said, that map is super busted, so go ahead and take it. I'll swing by later to pick it up. You're my most loyal follower, Vault Thief. You just don't know it yet. I knew you'd find the map, Killer. Bring it back, and don't let it out of your sight. I lost it once. I won't lose it again. Короче, ребятки, возвращаемся обратно. Нам нужно будет поговорить с Лилит. Так, но, конечно же, мы перед тем, как с вами куда-либо двинем, нужно все обыскать. Потому что могут быть всякие артефакты здесь, интересные вещи, деньги, в конце концов. Так, вот это что такое? Ну-ка, ну-ка. Это рабочее место местного диджея. Да-да, неплохая пушка. Так-с. Боезапас полон, деньги. Забираем, что здесь. О! Шикарно. Так, сейфик, ящик. Окей, на. Еще один ящик. Дофига ящиков, ребят. Так, может быть тогда на выход? Да. Здесь у нас с вами будет короткий путь. Так, типа, осмотреть. Что это? Нашли статую детей хранилища? Помогите Вону напакостить детям хранилище, заменив это уродство на кое-что более интересное. Принимаем. Вон, know anything about these COV statues? Ugh, the children of the vault have been leaving these suck-butt COV statues all over the place. You know what? We're gonna stick it to those wannabe gods and make our own idols. In my image. Yeah, good idea. From chiseled jaw to legendary calves. First off, go find all my wanted posters. P.S. I am very wanted. We're gonna pull this off. We're gonna need those pictures of me to feed into the 3D scanner thing. Then we can start printing out the statues that look like me instead. Haha, that'll really tick off the Calypsos. I didn't go from a Hyperion account to Bandit War Chief just to follow orders again. But, you know, after I refused to join that stupid cult, Tyrene Calypso put a bounty on my sculpted ass. And the rest of me too. But I'm still alive, baby! And I'm still shaking it, bro! Это же голова в банке. И все-таки это не самое странное из того, что вы видели сегодня. Принимаем. Hey, Vaughn, I'm looking at a head in a jar. You know this person? Ah, no way! That's my deputy war chief, Vic! She's my best bro-net! Grab that head! Ладно. Давайте двинем. Так, с помощью игровой карты можно мгновенно переноситься к любой ранее посещенной станции быстрого перемещения. Давайте посмотрим. Так, так ли это на самом деле? Ну. Подожди. Вид с орбиты. Пропустить. Ух, ёлы-ты-палы. Жестко. Нам, по-моему, вот сюда. Нет. Подожди секунду. Орбита. Ну-ка, здесь. Так, тут у нас задание. Командные испытания. Быстрое перемещение. Блин, я не помню, куда нам. По-моему, вот сюда. Да. Так. Может быть, сюда как-нибудь? Станция транспорта. А вот это что такое? А, вот. Быстрое перемещение. А почему нет?
Ну, ребят, не совсем понятно. Не совсем понимаю, почему... Почему в итоге мы с вами не можем переместиться. Так, ну давайте тогда попробуем... Как-то вот сюда. Так, все. Я переместился. Может быть, нам нужно покинуть вот это место? Так, перемещение отменено. Йоу! Йоу! Все. А теперь мы с вами отправляемся.